туфли летние Олимпийд. И у нас есть три цвета на выбор. Что самое главное, эти туфли-то из чего у нас? Олечка, это у нас натуральная кожа. И, конечно, за такую цену туфли из натуральной кожи в трех цветах с перфорацией, комфортом для ваших ножек. Натуральная кожа внутри, постельки, по всем вот этим окантовочкам, посмотрите. Сверху у нас эко-кожа, которая защищает нам покрытие и не дает туфлям потерять форму. Обалдеть! Натуральная кожа внутри, из натуральной кожи стелька, все перфорированные туфли летние. Коричневый цвет, посмотрите, у нас есть и легкий летний, светло-бежевый. Я в таких представляю вашего мужчину в костюме джентльмен на свадьбе. И, конечно, есть классика жанра черного цвета туфли Олимпий. Размеры от 40 до 46. Огромный размерный ряд в трех цветах. Ну, а что самое главное у нас в обуви, помимо ее красоты, конечно же, помимо исполнения и качества? А знаете, что сейчас произошло? Позвонил из Владивостока Александр Васильевич и заказал 46 размера три пары. Потому что это редко, когда бывает размер, и когда такая качественная обувь по такой низкой цене. Правильно делаете, и вы успеете заказать. Ведь это качественная обувь. Это еще, кстати, производство. Олечка, ну это уже бренд, который себя зарекомендовал. Это Белоруссия. Мы здесь знаем, что у нас, во-первых, здесь всегда хорошее качество. Во-вторых, размер. Размер всегда идет у нас обувь. Ну и, конечно, комфорт. Что ж там говорить. Мне кажется, Оль, вот ты знаешь, это мы, девочки, можем потерпеть неудобства в обуви ради красоты. А вот мужчинам должно быть удобно обязательно. Забирайте сейчас же туфли летние Олимпий. Размер в размер. Белорусское качество. Натуральная кожа внутри. Натуральная селька. Успеете заказать прямо сейчас. Ты знаешь, Лера, расскажу страшную историю. У моего сына лапа выросла уже до 45 размера. Я в шоке, что будет дальше. И я столько сбила ноги, искала, когда ему обувь. И поэтому для меня большие размеры — это просто находка. Я понимаю, что еще немножко, и просто придется шить моему сыну уже обувь на заказ. 45-46 не встретишь красивую, элегантную обувь в таких размерах. Позаботьтесь о своем мужчине, закажите прямо сейчас. Эти туфли, думать времени совершенно не осталось. Успейте оформить, у вас есть 15 дней гарантии обмена и возврата. Если вдруг обувь не подойдет, ничего страшного, мы вам вернем деньги, либо обменяем туфли. Но упускать нельзя, торопитесь. Ну а еще, Оль, ты обратила внимание на то, как здесь хорошо выполнена пяточка. Посмотрите, внутри никакого шва, все гладко, очень аккуратненько. Ну а сзади она, конечно же, укрепленная, конечно же, прошитая и чуть-чуть завышенная. Вот та зона, где мы обычно натираем мозоль, здесь у нас как раз защищена тем, что у нас такой вот чуть-чуть завышенный, мягкий, кстати, вот такой вот задник. Мягкий задник натирать не будет, и это белорусское качество. Про полноту хотела спросить и про ширину стопы. Скажи, пожалуйста, многие мужчины, широкая ножка, будут ли комфортно чувствовать себя здесь пальчики? Как вот нам вот в этом плане быть уверенным? Ну, конечно, Оль, смотри, у нас здесь достаточно широкий нос, то есть ничего не пережимается, вот этого вот ощущения, да, собранности пальчик на пальчик, пальцев нет. Ну и перфорация, конечно же, которая позволяет ножке дышать. Ну, а уж про полноту, про высоту подъема мы с вами видели, насколько здесь комфортны резиночки. Отлично, причем перфорация насквозь, то есть это дышащие туфли, ноги пахнут не будут, мужчина будет чувствовать полный комфорт и свежесть.